занимается? Вот как вы думаете, чем занимается этот человек? Я думаю, то, что он занимается, спасает людей и может помогать кому-нибудь. Работает на такой работе специальной. Полицейский. Угу. Парикмахер. Угу. Еще какие? Продавец. Пожарный. Мерчендайзер. Как вы думаете, чем он занимается? Мне кажется, он выпускает новые машины. А чем занимается налоговый инспектор? Он платит денежки, наверное. Мне кажется, что он благодаря своим деньгам делает всякие многие здания, там больницы, полицейские участки. А вот как вы думаете, чем занимаются брокеры? Это точно не брокеры? Мерчендайзер. Хорошо, а вот налоговый инспектор? А вот как вы думаете, чем занимается прокурор? Он отдыхает на море. Плавает там на песочке. А вот как вы думаете, какая самая важная профессия вообще? Военный. Врач.